Дорогие друзья, мы с вами отправляемся на остров Санта-Каталина со стороны города Сан-Педро. Это один из портов округа Лос-Анджелес. В настоящий момент со скалистым островом в Тихом океане осуществляется сообщение водным транспортом из нескольких районов округа Лос-Анджелес, округа Оранж и города Сан-Диего. Остров Каталина назван в честь святой Екатерины Александрийской. Длина острова 35 километров, шириной 13 километров. Самая высокая точка на острове – гора Арисаба. Каталина был населен и входил в состав Испанской империи. Всего на острове проживает около 5000 человек, 90% из которых живут в городе Авалон. По острову можно свободно гулять, наслаждаться местной кухней, кататься на гольф-карах. Остаться на ночь обойдется вам здесь в несколько сотен долларов. Само путешествие на остров не из дешевых. Особые виды и красоты острова заметны на закате. Авалон, безусловно, город с европейским колоритом. Не забудьте взять свитер, ночью здесь прохладно, даже летом.